Юля, вот ты просила, смотри, как делается. Берется лапка, эти пальчики вот так. Хопа. Вот так этот достается. И все, маленькая деточка сидит с колечком. Главное еще, чтобы были правильно сделаны номера. Читаемые были с этой стороны. Все. Вот повзрослее птенец, допустим. Также три пальчика туда. Засовываешь, тянешь. Но пальцы уже длинные, поэтому перо вот так раз. И вытаскиваешь сюда. Все. Деточка готова.